Итак, они это сделали. Фильм Lords of Chaos выйдет в свет 22 февраля. Я полагаю, что это начнется из Америки, постепенно через Евросоюзы, и, возможно, даже докатится до Восточной Европы. Насколько быстро, я не знаю, честно говоря. Кого интересует трейлер фильма и то, что, скажем так, они собираются там показать, я внизу сейчас сделал новый плейлист под названием «Майхем фильмец». И там я буду собирать сейчас все отрывки из этого фильма, все мои находки на эту тему за последние, скажем так, 2-3 месяца, и в том числе и вкрапления из Металлики, и из вот этих всех. То есть, насколько я понимаю, уже про этот фильм наговорили очень много. И Викернес говорил уже, что это дерьмо. Я не знаю, что точно сказали ребята из Дарктрона и из Майхема, потому что, ну, одно дело, когда мне говорят, что они сказали, другое дело, когда я сам это слышу, а поскольку я сам пока что ничего такого от них не слышал, и насколько понимаю, может быть, даже они и хотели это сделать, наверное, потому что, ну а почему бы и нет? Майхем всегда использовали свои неудачи как бы как двигатель прогресса, так что застрелился вокалист, отлично, сделаем обложку для альбома. Убили гитариста, отлично, сделаем из этого пиар для альбома и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, ну, возможно, что-то там действительно как-то было. Ну, не могли же они сделать вообще против их вообще как бы разрешения. Я думаю, что на словах это одно, а на деле это совершенно другое. Ведь вы прекрасно понимаете, что если бы они все сказали нет, не было бы никакого фильма. Это не так просто сейчас, тем более, что это не такие ребята типа меня такие, вот, что сидят там и что-то там рыпаются. Речь идет о достаточно серьезных игроках на достаточно серьезном поле боя, скажем так. И поэтому, вероятно, что это будет не такой уж и простой фильм, как бы. И вероятно, что они все так или иначе дали добро на это, но сейчас они будут говорить, наверное, что они все против, и что все это было не так. Даже если оно было не так, возможно, что оно и не должно показывать именно, как это было, потому что цель фильма – это привлечь внимание, это чтобы люди смотрели и кайфовали, как бы. Ну, так я уверен, что посмотреть там будет на что. А так оно было или не так, ну, сами понимаете, как бы. Тот же самый фильм «Лето», как бы. К черт его знает. Конечно, не так, но с другой стороны, поймет это только тот, кому это, ну, очень-очень-очень важно понять. А кому и так, так сказать, неплохо, что называется, чем так темы не нужно. Вот, так что я вот сейчас пока что собираю информацию, и, кстати, между прочим, я про эту «Богемскую рапсодию» все говорил, но так ее и не посмотрел. Так что не знаю, когда это все посмотрю, и посмотрю ли я этот фильм в ближайшем году, кстати говоря, но вот сейчас уже трейлер можно увидеть в свободном полете, как бы, а что касается релиза, даты выхода фильма, 22 февраля. 22 февраля. Вот. Ну вот, на этом, пожалуй, все.